Профилактическую акцию «Здоровый образ жизни» провели более 100 сотрудников полиции совместно с врачами-наркологами и представителями общественной организации «Общее дело». Правоохранители организовали встречи с учащимися старших классов сочинских школ, в ходе которых с ребятами провели беседы о пользе ЗОЖ, вреде алкогольной и табачной продукции. Также школьникам напомнили об административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, и продемонстрировали документальный фильм о вреде наркотиков. Подобные акции проводятся в Сочи на регулярной основе.